Так, а так выглядит курорт у Белого моря. Вот. Ну, конец октября, тут снежок первый выпал. До этого-то все нормально, тут кипела жизнь, тут люди купались. Вот. Да нет, тут уже вода холодная. Купаться запрещено, потому что нету этих ограждений. Вот. Только утки, ну, плавают. Собирают на отливе всяких. Вон там целая большая-большая стая их. Копшаков едят. Всякие там рыбки. Кто не успел плыть. Так. Вот идем в лодку. Ну, на берег вытаскивать. Вот. Тут назад, да? Их нет. Тут сетки. Я забирал свои, меня поймали на селедке. Вот мой этот, как его, перемет. Вот. И прям сюда приходил за сеткой своей. А дали ничего есть. Правда, без рыбы и штраф. Даже не дали. Вот. А здесь картиш стоял, пароход. Мы потом его узнали в Норвегии, там лучше туристы там платят. Тоже был местный пароход. Флот наш.